Всем привет! Сегодня у нас 13 июня 2019 года. Сорт Цунами. Такие вот шикарные у него красивые плоды раннего абрикоса. А получается, в том году было штучки 4 сигналки у меня на этом дереве. В этом году вот так вот загрузился он. Очень шикарный, красивый внешний вид. На вкус тоже очень вкусный. Некоторые еще вот плоды с прозеленью чуть-чуть. Некоторые плоды уже поспели. Я приехал, уже попадали. Вот так он завязался. Красавчик. Вот как висит. Абрикос суперовый, конечно. Классный. Наверху там чуть-чуть есть он. В основном в нижнем ярусе. Сейчас вот буду обрывать его. Держится так средне на дереве. Вот такие вот. Вот такие вот плодяки. Так, тут вообще плохо держится. Вот такой вот шикарный сорт ранний. В том году у меня поспел он 9 июня, уже был готовый. В этом году получается чуть-чуть опоздание у этого сорта. Есть плоды меньше. Вот такие вот. Есть чуть больше. Здесь покрупнее. Забыл весы, блин, сважить хотел. Надо домой везти его. Я сейчас нарву. А дома уже на веса положу. Посмотрю, какой у них вес. Абрикосы в этом году очень плохо завязались, болели. Ну, в общем, не именно этот сорт, а в общем. Даже дички. И дичек нету. Вот на солнышке можно видеть, как окрашен сильно. Нет, это еще зеленоватый, не хочет рваться. Короче, я его рекомендую всем. Абрикос вкусный, товарный, красивый, ранний. Для рынка шикарный. А уже продегустирую, попробуем на вкус, какой он уже дома на весах. Вот внизу еще есть кое-где зеленоватый, не так сильно окрашенный. Ну, как бы нагрузку держит неплохую, в принципе. Я его нормировал чуть-чуть, чтобы получить чуть-чуть более крупные плоды. Сейчас надо нарвать. Вот он у меня тут как бы в тени, у меня вишня вот рядом такая высоковатая. И он у меня тут в тени, солнышко чуть-чуть на него падает. И вот где падает, вот такие, с таким загаром красивым. О, уже сыпется даже есть. Уже даже есть сыпется. Опа. Вот такой сорт. Раннего абрикоса. Давайте теперь сважим, посмотрим, какой вес у этого абрикоса. Так вроде в руке не маленький сильно. По весу вот 52. Это самые большие я вожу. 49. 47. 48. 46. То есть дерево молодое, можно сказать, первое подношение. Вот такие вот абрикосы. Сейчас надо попробовать, какой же у него все-таки вкус в этом году. Вот этот абрикос в разрезе. Получается, мякоть такая вот она. Я разрезал, прям запах такой от нее идет. Интересно, такой абрикосовый. Ну, ароматный сорт. Попробую на вкус. Сока и более-менее нормально. Я думал, он чуть суше этот абрикос.
вкус сбалансированный, сладкий, с кислинкой, под шкурочкой кислинка есть, приятная такая, косточка свободная, отделяется, вот хорошо, довольно крупная косточка, не мелкая, для такого веса абрикоса, ёлки-палки, вот такая косточка. Ну, так в целом, для раннего сорта, вкус хороший. Сейчас попробовать еще спиле. Твердый, вот такой вот он, ну как твердый, не как каша. Должен хорошо транспортироваться. Вот я его привез с села, в селе обрывал вчера, 25 километров оттуда. То нигде не подавился, отлично. Да, сока много в абрикосе в этом. Особенно в том, что больше поспел. Более зеленоватым, то меньше. Абрикос я резал, то видно зеленоватый. Вот этот больше поспел. Ну, сейчас посмотрим на этом абрикосе. Сока много. Да, течет он как с крана. Сока очень много. Вкусный, хороший сорт. Рекомендую всем. Сажайте, и будете получать такие красивые, вкусные ранние плоды сверхраннего абрикоса. Всем спасибо за внимание. Всем пока.